победы начала выступление на чемпионате сборная Швеции. В Нижнем Новгороде она обыграла команду Южной Кореи 1-0. Для сине-желтых это первая победа в стартовом матче мирового первенства с 1958 года. Для южнокорейцев это уже седьмое подряд поражение на Кубках мира. Гол на счету Андреаса Гранквиста, который выступает за российский клуб «Краснодар». На 65-й минуте он реализовал пенальти. В следующем туре в субботу шведы встретятся с немцами, а Южная Корея с Мексикой.